В 10 миллионов рублей оценила краевая прокуратура ущерб от незаконного карьера, который вырыли работники строительной компании «Сибиряк» в Солонцах. Напомню, в конце ноября «Новости Прима» в очередной раз рассказывали историю о том, как местные жители выступили против этих земляных работ и КАМАЗов с грунтом, которые, проезжая по поселку, мешают людям и разбивают дороги. Природоохранная прокуратура вместе с другими специалистами провела проверку и выяснилось, грунт из карьера, несмотря на заверения представителей «Сибиряка», что это все не так, действительно используют при строительстве развязки на Северном шоссе и других объектах. Кроме того, добываемые строительные компании материал – это сугулинок, который считается полезным ископаемым. Всего по подсчетам специалистов вывезли почти 50 тысяч кубических метров грунта. Вред, причиненный окружающей среде, превысил 10 миллионов рублей. Соответствующей лицензии на работы у «Сибиряка» тоже не оказалось. Не исключает надзорный орган, что компания еще и заняла в этом районе земельные участки, которые вообще принадлежат другим собственникам. В отношении «Сибиряка» возбудили два административных дела, руководителю вынесли представление.